Уберсборка, я смотрю, да? Да, да. Блять! Там, походу, эти... Беги, беги, беги! Стамина, блядь, что ты не резаешься-то? Так, теперь вопрос, как тебе перепрыгнуть? По ним? Убил ЧВК. А что у меня с коллиматором было, интересно? Вот когда он вот так вот просто вниз туда сваливает. Нет, тут айфона. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Перед нами что-то... Какая-то гаубица, блядь. Бой! Ты видел, блядь? Я просто зажал в куст, куда ты смотрел. Ха-ха, блядь! Это челобот. Или да ну бот? Нахер. Да. Я смотрю, что-то там черненькое белеется, блин, в кусту. Да, идем. У меня перегруз опять, 48 килограмм, блин. Я вот наступил на себя генку, и у меня без всего уже 37. Ну, генка это, конечно, да. Причем это мобильная генка. Блять, он в кусту, что ли, сидит? Да, он в кусту сидит, ёп. Камешек за перепрыжкой, понял? Ой, они там даже стреляются с кем-то. Ну чё, блядь. Шлахае. Моя тоже. В крапиве убил кого-то. Да, еще один. Самолет летит? Да. Да. Как вовремя, конечно. Он мертвый, по-моему. Он же с кем-то файтился. Он с крапивой файтился, его крапива убила, скорее всего. А, где еще один? Вот этот труп. Еще один труп. Кто его убил? Челобот. Бегает, бегает. Убил? Убил. Снайпер. Снайпер убил его? Да. Он челоботик, я же говорю. Ну а чё им? Разгрузочка лежит. Что ж им делать-то? Из ангар пройди, посмотрю. Microsoft покупает Activision Blizzard. Да, мне тоже он написали в чатике. Ты прыгал? Нет, не ты прыгал. Нет. У нас пристроено на первом, банда идет. Могу грену в окно им оформить? Бля, или это второй? Звуки, конечно, отличные просто. Короче, я первый. Одного. Пол второго тоже. Бота. А это не бота. Ты пристрой, да, оформил? Где он? Вроде кухня, не понял. Сейчас я там грену пристрою, пойду на кухню. Даю еще в пристрой. Пристрой дал. Блять, она в кухню вроде отлетела. Мэтт. Блять. Не-не-не, нормально. Убил? Мертвый. Тут мертвый, да. F1 твоя его убила. Одного и второго. Вот здесь вот убила? Да, да. Бля, ну тут. Ну, это как бы это. Ну, нормально залетело то. 200 ICQ граната, блин. Легендарная.
О, а вот это вот реально нормально. Восьмой? Шо? Так, друг, Полинский, ёж, Блэкрок, туда-сюда. Сюда-сюда-сюда. А порегать, не? Нет, я ж тебе не просто так пропрошу, как ты тоже сказал. Так я ему стреляю в голову, потом он когда падает, за его головой дырка, то есть я попал. Чувака. Чувака, я знаю, да. Вот он тут с глушенной Ксюхой, походу. Ну. О, кстати, хороший у него этот. Глушитель топовый. Убитые боты. Во втором. Остановись. Да. На третьем спускается. Между вторым и третьим стоит. Я. Понял. Подожди тогда секунду. Между этажей. Прям над нами. Да. Еще один. Видимо, второго, да, забрал? Да. Шифты ты делал сейчас? Может быть, я на третьем. Второй меч, ты правильно? Да. Окей, наверное, ты... Начинка открыта. Миллионеры какие-то, что ли? Где ключ взяли? А? Солитесь. Второй проверяю. Лампы разобью. Эмка, кстати, пойдет. Да ты на месте сейчас крутанулся. Хз, я лутаю ящик. Может быть, так зарегал. Может, не я. Сейчас шаг я делал. Слушай, делаю шаги. Нет. Значит, не я. Где был? Тут третий стоит, ёб твою мать. Убил? Блять, убил меня. Мэтт на третьем. Справа. Блять, он просто стоял. Че? Почему? Почему они такие сильные игроки? Как у меня 8-5-5 пробил, блять, забрало. Походу там вот этот маленький шанс, который есть. Ты он у него сработал. Этаж, он, да. Все это время стоял просто? Он по тебе? По мне. Вот он орёт, стреляет. А, слышу, да. Справа! Блядь. Сзади справа. Ага. Убил? Да. Нет. Нет, не убил, он убегает. Да. К херне к этой вверх. Убил вроде. Ага. Бля, не убил. Теперь убил. Он лег как-то быстро без анимации почти. Ты кто, блин? С кедром какой-то. Не убивай. Убил одного чевака дробовиком. По нему бот походу жал. Блять, еще есть, сука. Где он? Со стороны контейнера вдоль забора зеленого. Я просто, знаете, чат, я просто понял, если бы я сейчас этого типа там увидел каким-то образом и убил бы его, вот это было бы супер палево. Поэтому я как профессиональный читер не стал его убивать. Ну и не стал палиться тем самым, понимаете?
Как бы все продумано было на самом деле. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.